эфир. Здравствуйте. Привет. Амур, привет. Приветики, Танюша. Так, привет Татарстану, да, привет Татарстану. Здравствуйте. Как ты, Витя? Да я нормально. Чудову привет большой. Приветики. Так, привет. Привет. Как я отношусь к миниатюрным девушкам? Нормально отношусь, все девушки хорошие. Рост и не влияет вес там, габариты. Как дела? Нормально. А, Шароваев, ты чего бухаешь из-за шеи? Нет, чего вы взяли? Не бухай. Хорошо выглядишь. Спасибо большое. Так, Молдове, привет большой, привет. Как твои дела? Мои дела нормально. Ряска еще работает на вас. А где она? У нас Ряска работала на нас? А, братка, мы что-то упустили? Да. Работает у нас Ряска? Она нам только убирала. У нас с Ирой, да мы так общаемся просто, ничего такого сверхъестественного, серьезного, общаемся. Директ посещал, но я там не все просматриваю. Сережка, здорово, родной, я нормально, ты как? С Ирой общаешься? Ну так, немножко. Как часто вы выдаете телефон? Раз в день на час. Витя, что вы такая, ладно. А что там Безус? Да Безус, ничего. Шео пальцы на ногах, но у нее не, они в принципе миниатюрные ноги, так нормальные пальцы у нее вообще на ногах. Как дела? Нормально. А, Райшев, прикольно, как у вас обстановка? А, обстановка у нас хорошая, нормальная, все спокойненько. Так, почему за Шео не пошел? Потому что я не мудак. Так, а у тебя большой IQ? Рясков. Да уж, все ок. Так, люди на нас. А, почему в обиду Ряску даете? Не даем ему Ряску в обиду, она сама обижается на всех. Ведь готов переехать в Смоленск? Нет, в Смоленск я не готов переехать. Я после проекта буду, дела нормально, в Москве, скорее всего, зависну. Алешке привет от Ириша. Хорошо, передам Лешке. Да. Привет, кто? Я Ириша. Уходи с проекта, неинтересный. Что сделаешь? Что делаем в нашем штабе? Чё мутите? Да мы этот... Дорогой, смотрю только ваши эфиры, Саши, твои. Пора опять быть вместе. Да, что делаете? Мы с Безосом думаем, план строим, как завоевать этот мир. Так, Гарри Поттер, привет от Лизы. Тебе тоже привет большой от него. Привет из Волжска. Волжску привет большой. Как тебе поступок Шевы? Я вообще... Я не понимаю, как так можно в один день реветь, хотеть утопиться из-за любви к тебе и тут же пойти караю. Это ужас. Она никогда никого не любила. Наверное. Может любить всех. Может она любвеобильный человек. Почему Шеву бросил? Ну, за переписки. Безусу опять носки стирает. Ведь да, можно к тебе? Нет, ко мне нельзя. Красавцы. Почему у Безуса есть усы? Потому что фамилия никак не влияет на его... растительность на лице. Улыбашки, милашки. Так, ой, дамы и господа, сейчас немножечко посижу и, наверное, уже буду ложиться. Привет, Бес, красавчик. Ой, ребят, сегодня остров показывать не буду, сил нет. В следующий раз, приветик. Так, ушел за Шевы, и все было бы хорошо у вас. Все, успокойтесь. В президенты пошли. С кем? Ичук, идеальная пара для тебя. Я не думаю, Ира не идеальная для меня. Во сколько дней разница с реальным временем? Вы классный, привет из Донбасса. Донбасс тоже привет. Я не могу сказать, сколько у нас разница по эфирам идет. Да, без реально Гарри Поттера похож. Да уж. Боже, насколько резко себя не уважает. Поцелуй Гарри от меня. Ну уж, нас и так тут с Белосом
считать за черт знает кого еще и целоваться ни в коем случае. Ариха Зуева, привет большой. Привет, Слабинска, от Юли и Насти. Юли и Насти, вам тоже привет. Привет. Витя, всегда в твоих эфирах пишу, неужели не заметил еще меня? Кетар 36, заметил я тебя. Я из Питера. Питеру привет, значит, за это. Витя, ты тоже как Шева, вспомни свои поступки. Ну да, я как Шева, ну что за бред, пожалуйста. У меня на проекте был один партнер, это Саша, в сексе. Все, у Саши было чуть больше. Вот, поэтому я не как Шева, поверьте. Ахах, без... Получается, на проекте нет девушки для тебя подходящей. Нету. Привет из Старого Оскола. Старого Оскола тоже привет. Ты достойный мужчина. Спасибо большое. Почему ты ушел на проект, не предупредив свою жену? Я сказал своей жене, что ухожу на проект. Бывший. Идеальная пара. Привет, Витя. Красавица. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что мой фейс цените. Передай мне привет, пожалуйста. Привет, Виктория, 92-12, опять. Вроде я тебе каждый раз передаю привет. А во сколько все на страх ложатся спать? Ну, около часа, наверное. Москва, привет. Привет, привет, привет. И что делать там тогда тебе? Витек, привет, сейчас Дом 2 смотрю. Даже спросить у вас не о чем, никакой движухи. Вам самим не скучно от такой жизни. В Москве тоже привет большой. Привет из Польши. Польша, привет огромный. А из-за чего ты расстался с Шевой? Переписку обнаружил. Витя, а ты сейчас один? Ну, с Безусом. Привет из Калуги. А Калуги тоже привет огромный. Грустный какой-то, устал, зайчик. Да, правда, я очень устал. Скоро буду спать. О, Господи, боже мой. Ой. Ё-моё, почему нельзя так тебе? Ты же... Что за новости? Катя Сергеева, 102. Ну, не знаю, потому что я сейчас не готов, наверное, к новым отношениям. У меня какое-то состояние ужасное. Непонятно, кого и ты туда же. Ну, ладно, он не от мира сего. Но ты-то куда? Да у меня цели и ориентиры в жизни немножко поменялись, ребят. Привет, кем работал до проекта? Очень много работ перебрал, правда. Когда вернешься, куда? Шпикер на раз. Пацаны, больше на Слушай, я изменил ей, но у меня не было секса. Иришка, ждешь Иришку? Нет, не жду никого же. Что делать, когда нет настроения в день рождения? Заниматься спортом, наверное. Вы вообще никак не общаетесь. Ну, так иногда. Общие вопросы. Шева сейчас с Араем в прямом. Ну да. Пошли мне воздушный поцелуй, ты лучший. Лина 02-04, лови. Привет, Владим... с Владимирской области. Привет, Владимирская область. А можешь приехать в Тамаровку? Где Тамаровка находится? Ты очень красивый, спасибо большое. О, Господи, боже мой. Лёшка, нам сейчас скоро нашу красоту продавать надо будет. Привет, как самочувствие? Самочувствие так себе. Скажи своему бесу, пусть через свой аккаунт выходит в прямой эфир. Хорошо, скажу. Когда в гости, когда-нибудь. Ой, Макс! Максик, я тебе не этот. Макс Велин, да как-нибудь приеду, братик этот. Очень скучаю по всем. Уже немножко на островах я подзасиделся. Надеюсь, меня скоро отправят куда-нибудь. Привет из Рыбинска. Рыбинску тоже привет большой. Кэт Тарасова. Так, передай Гриценко, я к нему приду. Идите, Гриценко. Вот, Гриценко можно ходить сколько угодно. Когда твой день рождения? 25 января. Кстати, в натуре, кто хочет к пацану, идите Гриценко. Он, вот Гриценко пойдете, Гриценко всегда, знаете, как говорит, надо пообщаться, посмотреть, девчонку надо оставить. То есть пойдете Гриценко, останетесь по-любому. А, привет, Алена Кожурова, 91. Кем хочешь работать, журналист, депутат или кто? Посмотрим.
Или кто пока что? Снова здравствуйте. Здравствуй, Алексеевна. Так, сколько лет твоим деткам и как зовут? Даня и Дима, 5,5, 3,5, 2,5, да. Так, ждем тоже, скучаем. Максик, привет большой, маме передавай, и Юльке, и семье всей огромный привет. Пожалуйста, передай привет Натуле из Геленджика. Натуле из Геленджика, привет тебе большой. Виктор, давай. Не, Марьяну не буду трахать. Ебаров, козел, где? В соседней комнате. Покажи Безоса. Вон Безос сидит. Курлы, 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 ба! А как можно попасть на Дом 2? И во сколько? И во сколько? В 2 часа ночи. Нет, на самом деле на Дом 2 можно попасть через кастинг. В шапке у меня, смотрите. И попасть можно, я думаю, там даже 17 лет у нас вот ребята попадают. А как можно так? Был в Казани, да, конечно, играл за Уникс. Витя, не игнорь Тарасову. Я всегда смотрю тебя и люблю. Тарасова, я тебя не игнорю. Я читаю твои сообщения. Привет, Лапуля, классно выглядишь. Спасибо большое. Ты клевенький, спасибо большое. Спасибо огромное. Как самочувствие, Витя? Я подустал спать немножко хочу, поэтому, наверное, сейчас буду заканчивать прямой. Тяжело, почему? Из-за предыдущих отношений или нет, ты той самой? Да, у меня есть небольшое разочарование из-за предыдущих отношений, из-за предыдущих отношений, и вообще из-за отношений. Поэтому у меня сейчас пока на уме другие вещи. Салам. Почему курлыкал? Ну, это у Беса такая тема. Передай привет Машке Панковой. Машка Панкова из Старого Оскола. Привет тебе большой. Без супер, красавчик, скучаешь по Шеве. Ой, ребят, нет, не скучаю я по Шеве. Ведь два сыночка есть, надо дочку. Нет, не надо больше пока детей. Мне надо поднять моих двух. Давай в Казань с Безосом. Обязательно как-нибудь прилетим. А завтра эфир будет. Да, давайте завтра в эфире встретимся. Я вас целую, обнимаю. Катерина Гулкова, привет. Споки, Витя. Спокойной ночи всем вам, мои хорошие. Спокойной ночи.